С большим опозданием для себя я открыл книгу Евгения Водолазкина «Лавр». Это, оказывается, одна из самых известных и читаемых книг не только в России, где она получила премию «Большая книга» и премию «Ясная поляна», но и во всем мире. Книга переведена на 30 языков. Она становилась книгой года в разные годы в Финляндии, в Словакии. Предисловие к ней писал для английского перевода архиепископ Кентерберийский. Это удивительная книга, сочетающая в себе элементы средневекового жития и постмодернистского романа. Книга необыкновенно увлекательная и в то же время глубокая. Не просто рассказывает историю Водолазкин, его скорее интересует история души. И, видимо, этим отличается литература от обыкновенного чтива.